Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Он меня бросил, потому что я не могу родить. Мне 35 лет, почти 2 недели назад от меня ушел муж, женаты были 7 лет, все эти годы пытались зачать ребенка. Я об этом рассказала маме, она утверждает, что это его право, пустая ребенка никому не нужна, а лучше бы я промолчала, что делать дальше не представляю. Чувствую себя неполноценной, и что мне можно на помойку теперь собираться. Обидно, что не она одна так считает, и даже любимый человек подтвердил это мнение своим уходом. Ну, смотрите, во-первых, здесь вы, вероятно, переживаете травму сейчас. Вот. Травму расставания, собственно, с своим мужем. Вот, я думаю, что вот эту боль от расставания, которую вы, ну, чувствуете, да, вам нужно ее прожить, ну, помочь вам прожить ее, так или иначе, потому что это, ну, то, что вас будет, вот, беспокоить, это то, что вас будет мучить, это то, что будет вас тревожить, вот, до тех пор, пока, собственно, вы это вот в полной мере не проживете, как, ну, как я думаю. Вот. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что любая причина действия, ну, действий человека просто является как бы объяснением. То есть, когда человек объясняет, я ушел, потому что, да, это всегда история вот про некое такое, знаете, загораживание своих чувств. И, ну, по сути, оправдание. Вот считайте это оправдание. Человек пытается оправдать какие-то вот свои, не знаю, поступки, да, свои какие-то действия и так далее. Что хочется сказать? Ну, в первую очередь хочется сказать, что очевидно, как-то вот много очень внимания вы уделяете детям, вот, ну, вот, в этом контексте. Как будто бы вот все остальное, да, как будто бы все другое, как будто бы, ну вот, ценность вашей личности, по сути, сводится только к возможности зачать ребенка. Ну, это, на мой взгляд, несколько странно и несколько, на мой взгляд, обесценивающе
по отношению к вам. Потому что женщина это не только та, кто рожает, женщина это личность, женщина это человек. И волей-неволей у меня здесь возникает вопрос относительно того, а на основании чего вы выстраивали отношения с мужем. Если выяснилось, что нужен ему от вас только ребенок, например. И вся ценность женщины вот, сводится как-то вот к тому, что может она родить или нет. То есть вы себя здесь сами обесцениваете. Вот. Вы себя здесь сами обесцениваете под, ну, под, под грузом, если хотите, вот этих вот... стереотипов таких. Вот. И отсюда у вас идет, конечно, самобичевание. Вот. То есть, ну, злость вы подавляете свою. Не принятие, да, вот желание оттолкнуть, желание, чтобы вот эта вся история была подальше от вас, я имею в виду. Вот, все это вы себе подавляете, значит, вот, потому что, ну, как-то соглашаться с тем, что, ну, с тем, что говорит, говорят люди, в том числе вот, ваша мама, и, соответственно, обвиняете себя, чувствуете себя неполноценно. Вот. То есть, ну, в этом смысле совсем, совсем несложно увидеть то, что идея того, что вы неполноценны, да, это, ну, не ваша идея, а это идея вот тех, кто вас окружает. И вы с этим как бы соглашаетесь, да, при этом понимаешь в глубине души, что, ну, что это не совсем так, что это не совсем верно. А почему я говорю так? Потому что вот как раз вы чувствуете себя неполноценно, чувствуете себя ущербно, что вы как бы, ну, недовольны собой. Вот. И момент в том, что ваше недовольство собой, то, что, ну, то, что вы недовольны собой, хорошее подтверждение того, что вы, недовольны кем-то. Вот. Очень хорошее подтверждение. Но пока вы это пока что вы это вытесняете. Пока что. Вот. И, соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы перестать это вытеснять. Чтобы увидеть, что вы злитесь на свою маму. Чтобы вы увидели, что вы злитесь на мужа. Вот. Ну, есть за что. Мы не оцениваем их действия, мы не оцениваем их, поведенческую модель, да, не оцениваем. Нам это в данном случае не нужно и ничего не даст. Вот.
если мы будем, ну, так делать. Но мы говорим, что это то, на что можно злиться. Мы говорим, что это то, что может вызывать злость. Мы говорим, что это то, что посягает на вашу целостность, ну, на вашу ценность, если угодно. Вот. И, соответственно, вы будете злиться, это нормально. Вот. Поэтому, вот то, как вы себя чувствуете сейчас, вот, как вы себя ощущаете сейчас, это следствие того, что вы вытеснили такой вот несколько, получается, лутированно, то есть предметно, то есть ценностно, то есть такой вот акцентрированно внимание на вас. В глубине души понимаю, что вы этого не достойны, что вы достойны больше. Вам нужно это заметить. Интересно, что вы говорите, что обидно, что ни одна мама так считает, да, то есть вы говорите, что это обидно, и, ну, напрашивается как бы вывод, да, что вот если бы, значит, кто-то считал по-другому, например, ну, допустим, ваша мама считает вот так, да, допустим, вот, а муж считает по-другому, или наоборот, если бы муж считал вот, ну, так он считает, а мама бы считала по-другому, вот. Вам было бы легче. Это довольно интересный момент, что вы в этом смысле как будто бы довольно сильно, получается, зависите от, ну, мнения других людей. Вы зависите довольно сильно от мнения других людей, при этом, ну вот, не слышите себя сами, чего я вообще хочу и что я себя вообще представляю. Конечно, ваши переживания понятны, относительно того, вот, что мне теперь на помойку там и так далее. Понятно, ваши переживания, если и необходимо вам учиться видеть свою ценность не только в детях, вот, не только в детях. Необходимо вам реализовываться не только через детей, но и через другие аспекты, чтобы ваша полноценность, да, не была привязана где-то. А сейчас именно так и происходит. Сейчас именно так и происходит, что ваша полноценность, ваше ощущение себя полноценной, вот, зависит только от того, вот, есть у вас дети или нет. Это, на мой взгляд, совершенно несправедливо
по отношению к вам. Вот. И мне кажется, что вы сами это понимаете, мне кажется, что вы сами об этом знаете, мне кажется, что вы сами об этом догадываетесь всегда. Примечательно, что как будто бы вы, ну вот, все время ожидаете от людей чего-то, чему они не соответствуют. Например, вы рассказали маме о своей проблеме, да? И для вас ее реакция стала неожиданностью. Но, простите, а как так? Каким образом? Каким образом ваша реакция, реакция вашей мамы стала для вас неожиданностью? Почему для вас стала неожиданностью? То есть она думает, получается, что вы ее не знали. Вот. Ну и так далее. То есть у вас большие проблемы с ощущением собственной ценности. А ребенок — это всего лишь проявление этой проблемы. То есть, ну, не было бы ребенка, было бы что-то другое. Вот. Например, было бы то, что вы самая плохая мать. Например, было бы то, что вы самая плохая жена. Например, было бы то, что вы самая плохая там кто-то еще. Вот. Как-то так. Поэтому в этом направлении нужно работать, чтобы повышение своей ценности. Перенос фиксации своей ценности с ребенка на другую сферу. В первую очередь на субъективную ценностную свою. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь, помощь и ответ. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.